Вот, Серег, сыпется. Вот отсюда, вот видите, вот этот. Вот сосасывается в бункер. Попадает в бункер. С бункера вот вниз и пошла в экструдер. Экструдер, она плавится. Температура его будет вот 250-250 градусов, она плавится, вот экструдеры. И потом и попадает вот форму. И попадает вот охладительную ванну. Это вот эта ткань. Это большое, это охладительная ванна. Вот это сама вакуум называется. Вот отсасывает, форму примет. Вот это сама труба. Вот такая труба, да, получается? Да. Технические питьевые трубы высокого и низкого давления из полиэтилена, а также пластиковые емкости от 1 до 25 литров, бидоны для меда, кувшины и канистры для бытовых нужд. Здесь, на заводе Юнипласт, каждая продукция имеет свой знак качества. Все изделия проходят ежегодную проверку на ГОСТ. Да, у нас есть свой сайт unipласт.kg, можно позвонить, тоже принимаем заявку, можно написать на почту. Можно приехать, можно через наших дилеров покупать. Вообще в Кыргызстане сейчас более 1 миллиона человек пьют воду чистую из наших труб. Мы вообще изначально ведем такую политику, чтобы клиенту было удобно во всех отношениях. Мы продаем не только трубу, мы продаем все комплектующие к этим трубам, все фитинги, все соединители. Кроме этого, у нас есть свои монтажники. Не просто производители, но еще и дистрибьюторы. Вот эту пластиковую крошку используют для создания питьевых труб. Сюда, на завод, она попадает из России, Турции и Узбекистана. В зависимости от состава материала пластиковой крошки получаются и трубы разного назначения. Вот эти трубы лежат под землей, а вот эти жаростойкие используются для орошения полей и огородов. Мы стараемся выбирать более качественное сырье от проверенных поставщиков. Я проверяю толщину стенок. От толщины зависит, сколько давления выдержит труба. Также вес погонного метра тоже важно. Ну и компоненты, правильную смесь низкого давления, высокого давления в пропорциях. Здесь же на производстве используют и местный материал. Защищая экологию, на заводе есть приемка пластиковых пакетов. После переработки пакеты превращаются в пластиковые гранулы уже черного цвета. Такие трубы не для питьевой воды, но для технических нужд. Для прокладки кабеля и канализации. Наше производство безотходное. Вот видите, делаем такие канистры. Вот так срезаем лишнее. Но не выбрасываем. Вот смотрите, вот сюда в станок складываешь, и получается крошка. Ее снова используем для изделий. Все производство здесь на Юнипласт автоматизировано. Станки турецкие и китайские. Это значит, что ошибка человеческого фактора на заводе исключена. А значит, и качество труб и других изделий у Юнипласт на высоте. Антон Чепегин, Джолбол Дубайсаев, новости Ошпирим.